Сильный пожар бушует в Австралии. Со стихией сейчас борется более 100 пожарных. Заявила полиция, что двое мужчин были доставлены в больницу даже. Отравились они дымом и пострадали от незначительных ожогов. Из-за сильного ветра есть угроза распространения огня на соседние здания, а жители близлежащих районов эвакуированы. Причина пожара еще только устанавливается. Все это происходит в одном из крупнейших городов Австралии, в Сиднее. Поэтому есть надежда, что гораздо быстрее будет сейчас выяснена причина и ликвидированы последствия. Объект – это свалка старых автомобилей.